Дух Божий в нас неразделимо с Христом Иисусом и Отцом. И наше счастье нерушимо, нам обеспечено Творцом. Бог позаботился, чтобы каждый Святого Духа мог принять. С Иисусом, встретившись однажды, Его Спасителем признать. И пережив спасение радость, мы не хотим ее терять. Общение с Богом – это сладость, а дар спасения – благодать. Бог Духом в сердце поселится, как знак того, что ты спасен. И с новой силой будешь биться, от Бога будешь перерожден. Оденет белые одежды, и за руку Он нас возьмет, даст новую душе надежду, и слезы из очей отрет. Поможет Божий Дух в пути, и сердце удалит тревогу, научит за Христом идти, осветит впереди дорогу. Дух Божий в радости, в беде, Он с нами, в горе и в ненастье. И Он не бросит нас нигде, и вечным будет наше счастье. Слава Богу!